Котельные больше не топят. Холодные камеры пустуют. Из мебели остались разве что стулья, прибитые к полу, и нары, которые не так просто демонтировать. Добро пожаловать на канал Искателей Приключений. Предлагаю вам посмотреть короткое превью, что у нас будет сегодня в видео, и после этого предлагаю немного посмотреть историю данного места. Немного истории. Шкиротавская тюрьма изначально не отвечала даже самым элементарным европейским стандартам. Вся эта территория была построена в 1963 году как исправительная колония, и тюрьмой она могла называться лишь с большой натяжкой. В самые густонаселенные годы тут содержалось до 2000 преступников, а теперь лишь около 200. Ее кодовое название ОЦ-78/7, Шкиротава. Шкиротавская тюрьма имеет статус частично закрытого типа. Здесь отбывают наказание те, кто получил срок до 5 лет лишения свободы. Но не только. Приходят в это учреждение и отбывающие наказание за убийство, в том случае, если он большую часть срока уже отбыл в тюрьме закрытого типа и не имеет нарушений дисциплины. Тюрьму в Шкиротаве закрыли в 2014 году из-за хозяйственных соображений, она была наполовину пуста, поэтому заключенных и персонал перевели в другие тюремные учреждения. Тукумс, Даугавпилс. Возникает вопрос, что будет дальше с этим комплексом старых зданий? В 2020 году латвийская фирма Гриндекс купила территорию за 886 500 евро, по ее заявлениям на домашней странице, она планирует построить на этом месте инновационный центр. Помимо прочего, в этом центре появятся лаборатории и современный логистический пункт. Немного расплывчато, да? Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, поддержи нас подпиской и комментарием. Ведь именно это мотивирует нас делать новые видео для вас.